Всем привет! И вы на канале Cool Girl, и это мое первое видео про Roblox. Сегодня я буду смотреть, что дают за райд динозаврика. Поехали! А перед началом данного ролика я бы хотела вас попросить подписаться на мой канал и поставить лайк над этим видео, ведь я очень старалась. К сожалению, на данный момент я не могу попасть на донатерские сервера. Поэтому придется искать сервера не такие уж и донатерские. Вроде бы я попала на более-менее нормальный сервер. Сейчас посмотрим. Заходим. Да, ну должен быть нормальный, потому что вот тут англичане. Я вернусь к вам, когда у меня все прогрузится. Так, у меня все прогрузилось. Давайте пойдем в центр и посмотрим, какой у нас сервер. Должен быть нормальный. О, да, нормальный. Сейчас же мне не будет лагать. Не должно лагать меня. Потому что у меня сейчас все прогружается. Так, давайте достаем нашего динозаврика. Так, а вот он наш. Садимся. И подождем тридики. О, смотрите, ребят. У нас тут еще с прошлого хэллоуинского обновления, позапрошлого, точнее. Такая штуковинка еще есть. Так, ну давай, прогружайся, все. Пожалуйста, все, типа нормально. Так, подожди, сколько у нас тут фурий? Сколько фурий? Раз, два, три, четыре, пять. Пять фурий. Круто. Давайте напишем что-нибудь в чат. Трейдинг Райдс, то у нас называется Трейдинг Райд Дейн Онич. Ой, так все сильно запутано. Давайте сейчас скопируем это все, потому что мне кажется, тут надо это все скопировать. Короче. Я не знаю, если что, пишите в комментариях, как правильно его произносить, потому что, как вы видите, я этого не понимаю. Я вот знаю вот черепаха, снежный человек, снежные фурии, ну там голд драконы всякие вот эти вот, а так ничего не знаю. В общем, я поняла, что в наше время нормальных серверов практически нету. Давайте посмотрим, если это нормальный сервер, то мы на нем останемся. Если нет, то я, конечно же, буду искать более-менее сервер, потому что, ну, куда это годно вообще? Вот, ну, вот я уже 15 раз перезахожу от нормальных серверов, я еще не видела. Нормальный был только тот, на котором мы сейчас были, потому что... Потому что он был нормальный, там хотя бы были флайт-пэты, а я когда заходила, там были просто два человека, какой-то нуб и девочка какая-то со своим пэтом каким-то обычным. И все, короче. Поэтому давайте сейчас у меня все погрузится, я к вам вернусь, и мы продолжим снимать. По идее, должен быть нормальный сервер, потому что тут наполовину все американцы. Давайте сейчас проверим это.
заходим сюда. Ну вот этот сервер более-менее, потому что, во-первых, он не сильно донаторский, что как бы хорошо, потому что донатеры в основном ничего не предлагают за этого питомца. Так что давайте посмотрим, может кто-то нормальный мне даст нормального питомца, типа, допустим, пингвина или, не знаю, даже, ну, там, цербера, может. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Free pet. Free pet, он нам даст пэт или что? Подождите, я сейчас разберусь и перейду. Он нам что, бандикут даст или что? Ну давайте, он согласился? Подождите. Как пишется thank you? Вот thank you. Дальше попробуем согласимся. Thank you. Круто. Короче, я так поняла, мы наполовину американцами стали, когда снимали это видео. Ну, давайте, не знаю, потрейдим, что ли. Вот, давайте попробуем поменять. Раз за этого питомца ничего не дает. Давайте попробуем поменять мою машину вот на эту машину. Поскольку, я не знаю, они обе за 1000 робаксов. И я не знаю, Аксель легендарный. Давайте попробуем согласиться на первый, а на второй я не знаю даже. Мне, если честно, оранжевая даже почти не нравится. Мне больше нравится синяя, поэтому сейчас посмотрим, он согласится или вообще, или нет. Потому что я вот не знаю, честно. Ага. То есть все зависит от меня. Нет, давайте не дисклайнер. Может быть, он начнет предложить. Давайте сейчас поставим еще машину специально, потому что, не знаю, видимо, ему нравится машина. Трейдинг ховерборд. Ховерборд может попробовать, не знаю. Выйти не могу. Ховерборд. Ховерборд. Давайте попробуем трейд. И. Так, ну даже не знаю. Давайте поставим райд. Или додо, давайте поставим додо и бандикута вот это вот уберем и добавим, не знаю, еще дискошар. Согласимся. Я вот не знаю, это хороший трейд или нет, потому что вот правда, вот мне кажется, он нормальный, потому что Додо это как бы, ну, я даже не знаю, сейчас посмотрим. Она согласилась. Так, нет, я не хочу менять, потому что мне нравится мой Додо, потому что Додо очень красивая птица. Даже есть компания Додо Пицца. И, ну, давайте, я не знаю, может, покатаемся, что ли, еще. Напоследок, сразу говорю, я немножко нубас. Я не могу нормально кататься, потому что я такая. Потому что я нуб. Я просто... Вот я могу на телефоне, но на ноутбуке я вообще не могу нормально. Плюс там некоторые детали зависают, потому что мы на сервере нормальном таком. Просто человек, видимо, на нем много. Когда на нем много, мне может подвисать, потому что давайте потом соберем, нажмем yes. Давайте, я не знаю, поменяем что ли что-то. Вообще, по идее, можно было. Ой. Это кто такой? Подождите, мне интересно, да. Это у меня такое же или нет? Люди, помогите.
У меня есть рай такой динозаврик. Ну-ка, у меня крас. Ага, это плохой динозаврик. Нет, люди, до свидания. Всего нет. Ой, машинка, блин. Вот такую машинку я бы хотела, потому что она, в принципе, выглядит как настоящая, потому что она очень милая. Ну, такая, знаете, модная прям. Я прям вообще не могу. В общем, ребят, давайте сейчас еще что-нибудь посмотрим. И, наверное, будем завершать видео, потому что идей у меня для него уже больше нету. А за этого питомца ничего не дают. Вывод. Не брать этого питомца, потому что за него дают мало. Ну, кто хочет, то кто у нас, ну, добрая душа, как я, можете его брать, потому что, ну, трейдится, потому что это прикольный динозаврик. О, райдзельку, давайте на райд поменяем, попробуем. Плиз, райдзелье, райдзелье, пожалуйста. Я хочу райдзельку. Девочка, давай-ка это, думай быстрее, потому что у нас время идет, у нас уже много времени. О, вот, давайте... Райт этого. И то есть давайте поставим вот это. И посмотрим, согласится она или нет. Потому что райт зелье это, наверное, нормальная вещь, как я думаю. Мне кажется, за нее больше, чем... ну, не знаю, допустим, райт единорога, мне кажется, за нее не дают. Давайте следим за чатом, потому что понятно. Давайте еще раз попробуем. Только дадим ей чуть-чуть побольше, потому что... А хотя... Ладно, сдалась нам эта зелье. Давайте тогда завершать видео. В общем, ребят. Я не знаю, что буду делать в следующей серии. Поэтому, как выйдет новое видео, я не знаю. Как скоро оно выйдет, я тоже не знаю. Скорее всего, я буду обустраивать свой дом, либо покупать его, потому что у меня никак бы взламывали, и у меня очень плохой дом, то есть самый начальный. Вот. В общем, постараюсь видео выкладывать почаще, поэтому желаю всем удачи и всем пока.